Следующее видео касается проживания ситуации горевания. Оно может быть связано с потерей близких и также с потерей чего-то, что нам очень дорого. Ну, допустим, место обычное проживание и так далее. То есть перемещение, особенно дети, очень интенсивно переживают потерю привычной среды обитания. Но чаще, конечно, это касается состояния потери близких или любимых людей и горевание, именно горевание. И вы можете использовать этот прием для того, чтобы оно не было настолько разрушительным, потому что наша обязанность жить и выполнять свой функционал и заботиться о себе и о тех, кто рядом с нами. Итак, эта точка находится, если мы будем, эта точечка находится на линии мизинца, на внешней стороне, на тыльной стороне запястья, и здесь у нас такая у кого-то более, у кого-то менее выраженная косточка, и она бывает в разные периоды более или менее ясно обозначена. Это очень интересное наблюдение. Так вот, вы находите эту косточку сначала на одной руке, и вокруг этой косточки, на ней и вокруг нее делаете очень такой мягкий растирающий или поглаживающий массаж, или же постукивание вот таким образом, и продумываете ту нелегкую ситуацию, в которую вас привела судьба по какой-то причине, и точно так же на другой. А если вам приходится оказывать помощь близким или на приеме, то вы можете попросить человека разрешения взять его за руку и более или менее явно вот эта точечка на тыльной стороне руки, на сгибе запястья, со стороны мизинца. Также вы можете его либо попросить поговорить, предложить ему поговорить об этом, либо подумать, либо просто выплакаться. И поверьте, боль утраты человек, да, она неизбежна, и мы не можем возвращать тех, кто... тех как, жизни, которые пришел, скажем, рубеж по каким-то обстоятельствам. Но мы можем уменьшить вот этот разрушающий фактор для здоровья, физического, эмоционального. И поверьте, изменения очень в позитивную сторону очень значительны и при острых состояниях, и тогда, когда уже прошло много лет, а люди никак не могут высвободить вот эту эмоцию горевания и продолжают находиться в ней. С глубокой верой, что применение всего, о чем я вам рассказываю, даст возможность восстановить силы, дух, а самое главное – единство. Единство. Единство с собой, единство с Богом, исходя из которого могут быть, только исходя из которого могут быть верные решения. До встречи в следующем видео.